Всем здорово, с вами Эдвин, вы на канале Мысли Геймса. И как я говорил, 12 марта, сегодня 12 марта, я сделаю игру. Придумал я это сам, может даже кто-то это делал, но сейчас посмотрим. Так, не каждый сам себя, командный бой. А, создать, так, рубеж. Вот он. Как я говорил, то, что я сделаю максимально много людей и игру. Вот. Давайте я еще раз объясню все правила, как играть. Вдруг вы забыли. Так что, вот, смотрите, получается, есть, если вы, ну, первое будет рукопашка, да? Вот, на рукопашку мы встаем вот тут. Вот прям вот тут это. На рукопашке. И просто берем, перепрыгиваем, мочим и делаем. Так, ну следующее у нас будет, естественно, медальные всякие штуки. Вот, если у кого-то огнемет, он встает вот сюда, поближе. Вот, за линию вот не выходить. Вот. За эту линию, и у кого огнемет, я напишу гол. Они там сверху отстреливаются, а мы снизу вот так с огнеметов. Так что вот. Следующее. Конечно же, все любят винтовки. Да, ну, у них будет первое это винтовки. Вот, отстреливайтесь, потом идет базуки, потом дробовики, это там. Пулеметы у кого есть, туда. И у кого... Ну, нету, как бы, пулемета, есть огнемет сюда. Вот, потом автоматы. У кого такие есть, которые приближаются, они встают вот сюда. Вот, а у кого такие, как у меня, ну, средние, они тоже за линию. Пистолеты у меня тоже за линию, все за линию встанут. И, естественно, первое на, конечно же, получится битых, ну, у меня, конечно, другое оружие совсем, лом, вот, они, вон, мы идем туда, вот, такие вот правила, и победитель, естественно, будет вставать сюда, и как все любят делать, надо зарабатывать очки, они стоят вот так, вы кричите, ничего страшного, и мы вас просто, вот, берем автоматы, я пишу гол, и мы отстреливаем. Вот, каждый у себя оружие. То кто-то берет дробовики, вот так отстреливается с дробовиков. Вот. Так что давайте-ка попробуем вообще получается сыграть. Так, ну давайте ангар. Что у них там происходит? Конечно, синие проигрывают вообще, они там жестоко. Так, ну у них сильные против... Короче, воевать надо, да? И выхватывать точку, да? Я так понял. Вот, так что давайте погнали. Нет, тут крутые дерутся. Они видят то, что я типа крутой тоже. На самом деле нет, я просто купил одежду такую. А оружки-то у меня совсем другие. Вот, смотрите. Так. Ну вот у меня шлем, и так, да. Я сейчас хотел показать оружие. Так, сейчас. Что-то глюк какой-то происходит. Вот, оружие у меня совсем другие. Давайте возьмем. Просто это загораживает. Это лучше, видите? Урон. Вот, пистолеты, кто хочет посмотреть сейчас. Вот, пистолеты. Автоматы. Пулемет у меня есть, но я хочу в ближнем. Вот. Такое, ну, это у меня уже так далее. Так что... Погнали.
О, жестко. Лаги-лаги. Давайте каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Ангар. Ну, тут, конечно, жестко. Тут все. Так. Это зона, мне нужен ангар. Тут в ангаре все уже заняли места. Вот жаль. О, здесь паркур. Сейчас посмотрим, где здесь паркур. А на самом деле, наверное, вышел в бой. Наверное, сейчас здесь будет не паркура. Нет. Или где вы вообще, братаны? Сейчас, наверное, тут написали так, ну, выебают, наверное, паркур. О, здорово! Короче, тут паркур. Я так понял. Потому что все паркурят разными способами. А, хотя это, наверное, какой-нибудь конкурс, кто хорошо паркурит. Ну, да, наверное, здесь конкурс. Я пойду-ка вон туда, мое любимое место, где я люблю паркурить. Это вот тут. Исполненное наберу. На всякий так. Мое любимое, это знаете, как делать? Кого так? А! Кто меня так застрелил-то? Кто-то меня стрелял, и я умер. Это будет, короче, драка. За мою судьбу. Мир. Тихо. Мир, я сказал. Мир. Потише. Мир. Мир. Сейчас мир. Мипр. Вот, так у меня. Вот так вас. Если вы не слушаетесь, я вас тоже слушаться не буду. Тихо, поаккуратней. Так, я вот так вот. Сюда и меня замочил крутой, да? Да, они тут все ссор. Мир. Ссор, на самом деле медали получают. Это у них такой сори. Вот, у них сори, видите, сори. Понимаю. Сейчас я сделаю прикол, я один прикол знаю. Вот, смотрите. Вот. Чит, короче, тут, ну, жаль, тут война, короче, идет. Я хочу вам показать чит, а вы тут. Ладно, чё, повоюем чуть-чуть. Да, я тоже голосую. За этого люблю. Катькуар какой-то, актюар. Как-тюкар какая-то. Ой, короче, ладно. Там просто можно сделать такой чик, залезть на кубики. Прям там вот. Если дотянусь, конечно. Тут надо очень. Это вроде вдвоем надо как-то. Вот, но не получается. Ну ладно, что не получается. Вообще это очень прикольный чит, кому. Кто хотите, я покажу в другом видео. Вот.
как это делается и что надо делать для этого. Вот. Я еще расскажу, как что, ну, как можно сделать себе миллионы друзей, чтобы они, ну, не настоящих, просто сделать, как будто бы, ну, вот. И сейчас, короче, я хочу вам показать, ну, тут вот, видите, вот эти друзья, сообщения и так далее, вот, и я могу сделать, допустим, тут миллиарды, или вместо Контрасити Эдвин Бро писать. Вот, это я расскажу в другом видео, но сейчас идет про игру. Вот, у кого есть клан, я вот хочу клан себе сделать, но у меня нет 1500 рублей. Вот, все кланы могу, там, я не знаю, с 50 уровня. Тут видите, какие уровни показаны. Второе. А вот, заявку. Дать заявку. Ожидание. Я могу быть в клане. Вот, дать заявки. Видите, с какого... Делать с какого-то уровня до какого-то. Вот. Даю всем заявки. Ладно. Вот, тут можно создать досье... Статистика, но это мне сейчас не надо. Вот. Опа. Я. Сам последний. У меня 2000 сам. Я все. А. Места какие? Короче, какие места у меня самые последние. Самое последнее место. Ну, там про мастера сколько кто убил. 3000 максимально. 9000. Ну, это вообще другое. Я вот здесь. Я вот покажу. Вот я. Гасарян на этом посмотреть. Вот мой досы. Вот, короче, вы можете зайти посмотреть. Самый первый. Первый. Вот он. Самый, походу, крутой. И у него оружие. Такие вот. Ну, зачем они дробовики вот на такие? Можно же такие взять. Интересно, зачем они это делают? Ладно. Так, штаб нам не нужен. Вот. Я почти 17 уровень дойду. Тут продают. Кто хочет, вот это клевое оружие. Вот это, тем более, 100 голосов, ну, 3000 получше. Вот. Так что я хотел сказать то, что когда это видео выложится, я даже не знаю, я забыл сказать время, так что давайте 14 марта, так, по Уфе, Ватикось, давайте в 2 часа. Да, в 2 часа, короче, по Уфе. 14 марта. Вот, что я хотел вам сказать. Так что давайте всем пока, подписываем канал, ставим лайки. Всем удачи!